Не достанет. Газу Чего дай. он у тебя будет доставать? Проскочишь спокойно. За угол зайдешь, и насрачно он тебя светить будет. Я там Да, сегодня на удар Оланге туда шестикилометровый, приехал. кстати, да, опасно, блядь. Только ты форсаж, Я да, на в самом Оланге. конце. Вот в таком же раскладе на Оланде приехал туда. Они, блядь, даже в точку не зашли. Вот они стояли все вот здесь вот. Зачем катался ты, Макс? У них... Че? Дымы-то ставишь. Дымы. Да просто. Да он кнопку перепутал опять. Стреляйте в свое удовольствие, мне их много. Если бы они у тебя были дымы, другое бы дело. Да это так, блядь, прикрою вас чуть-чуть. Меньше светиться будет. Хорошо. Да, Владивосток. А, Владивосток. Шили, значит, где-то ближе, Макс. Я пока не свечу. Ну, ближе, но не настолько. Далеко все равно еще. Сквозняки по Владику. Почему сквозняки? Опа, опа. Ногами. О, как хорошо идет-то. Ах ты по. Так, я Бартину подставляю чуть-чуть. АФК. Второй СМИ, этот крейсер. Так, ну я пока свечу. Бейте. Я туда не пойду, он меня засветит. Да не ходи. Жалко. Сейчас мы пиздечек дадим. Блять, я опять за. Опа! Промазал, я думаю. Так, вот нам бы тут этот. А, чуть-чуть попал. А ты туда? Ты решил внутрь не ходить? Ты бы... Не-не, ага, да. Ну... Он бы меня засветил гапом, я бы не стал. Да-да, я понял. Я, кстати, под чьим-то гапом, блядь. А, шиль, сука, сзади, блядь. Опа! А-а-а. Да, разберитесь, сейчас я попробую ногами добрать. Отлично. Нет, торпеды херово Спасибо. Пройдут. Торпеды идут слева. Блять, да, а я останавливал. Ну ладно. Сейчас может как-то хоть поменьше схватить. Момент истины. Саныч. Да. Чё, да. Саныч-то я убегаю от Шила, бля. Сейчас а. Сам от него. Ну я вот точу это. Да что ж такое, 12 тысяч. Блять, я ловлю торпеды, он их хорошо очень кинул. А, да-да-да, ловлю. Ну хорошо зашел, душевно. Нормально. Хорошая ловка, блядь. Пожары наши. Шил, все. Да. Да, и шил, шил блядь. Тяжелая. Провинции, на которые я играю. А, ну не знаю. Тебя, если бы любой крейсер был с торпедами, ты бы мог его встретить с размена. Ну, может быть. У нас бы выжили эти линкоры. Я думаю, вы и так справитесь. Это будет нелегко. Ну, тебе же съебаться надо. Не? Ну, получается съебаться. Так прямо бы и прошел туда, ну смотри. Я и иду прямо. Нет, я имею в виду в проход. Да я уже повернул к этому времени. Да, да, я понял. Вот не попал. 20 да? секунд живешь. Все так
красиво вывалил, блядь, я не понимаю. Я их по очереди кидаю. Ну я понял, блядь, надо это было. Разлетом. Мне также надо было кидать. Пробуй таранить. Пробую, а тут вариантов-то никаких, блядь. Заранил, блядь, охуительно получил. Макс, Макс, съебывайся внутрь и все. И просто съебывайся. Да, он машину торпедует. За остров и в сторону А уходи. 44 на одной секунды, Макс. Точки. Да-да, я понял. Он 900 очков, а, это 200. Все. А ну торпеда. Окей. Либо так. Так ты добил его? Он торпеды ему в него скинул. Я его убил, блин, красавец. Не добил. Нет, ты добил, это мой подранок был, ты чё, блин? Я его, знаешь, сколько сжёг, блин. Вот этот, вот он хорошо, кстати, проскочил. Прямо я и Бисмарка утопил 4 торпедами, и Владика добил вот 2 торпедами. Истомин, кстати, не так уж и плохо.